Вечер добрый. Проливаем вихрь на 130 миллиметров. Вот, мы пробовали, да, это нормально все было. Сейчас пролив светлым цветом и немножко изменили. Сейчас скажу, что надо было. Опа, не хватило авто. Ой, ни хрена. Он что там? Потом там? Нет, не выключай, потом. А, кружка маленькая была, поэтому и зарасчитал. Ладно, не хватим, не хватим. Значит, я тебе положу вот эту большую крышку такую. Она еще маленькая, и тебе тоже, по-моему, помягче отправят. Она здесь крайне прижимает, и чтобы край прижимала, под центром, под формой, там, ставится пленка 0,5 миллиметров под формой, а над формой, чтобы здесь зажимать, где опускать, чтобы... Вот смотри, вот здесь расстояние длинное, чтобы вот зажать эти края, вот подкладывал бумажки, не перед этим, а между шпильками, вот здесь. То есть вот чтобы здесь зажала она, понимаешь как? Или можно было по-другому сделать, здесь высверлить в форме дырки, туда нарастить, приклеить. Вот эти гайки, которые вот, ну, в флянте у нас, да, вот внизу, ну, резьба. И сверху опять же болтами вот затянуть его, чтобы вот здесь зажался. Но так как таких проблем первый раз у нас возникает, не знал. Сейчас, если я его высверлю, то получится только в этом положении можешь его ставить. Вот попробуй пока так, не получится, тогда вот здесь, между шпильками, ближе к краю, или через это, через крышку высверлить, или как-нибудь без крышки там затянуть, просто зажать. Вот это зажимает, все хорошо. Пролили, вот так нормально проливает. Сейчас посмотрим, что получится. И от руки чуток посильнее зажимаем здесь. Если все зажимали шуруповертом, здесь в конце немножко рукой затянули еще. Чуток посильнее. Вот. Сейчас посмотрим, что получится. У нас силикона не хватало. Сейчас посмотрим, как получается. Вот так, между шпильками, чтобы зажался края. Пойдем посмотрим. И вот это, чтобы в центре зажало. Не смазывали, вот поэтому так туго выходит. Получился охренительно. Прямо
бомба. Выкиса. А? Ну, она хватала немножко, да, но пустовато, пустовато. Здесь вот пусто получился. Вот, это от того, что не долили. Ну, полную залить и проблем не будет. Главное, что все проливается на ура и на 1000000%. Ну вот это надо резать. Естественно, лучше не на форме, а там где-нибудь на столе. Ну и там аккуратно сделайте сами. Бомба. Действительно бомба. Если так бумаги подкладываешь, вот между этими, что попало, вот, она прижимает, вот и все. Великолепно. До этого был маленький-маленький облой, но мы ставили здесь, на приманках. А сейчас поставили, подумал, поставили вот сюда, она вообще пролезла, бомба была. Это специальный воздухоотвод. Отсюда, чтобы и воздух, и силикон, это на то, вот это на то, что если силикон, вот будешь много заливать, силикону некуда деваться, и она оставляет ямочки, дырочки. Вот это выход туда, и для воздуха, и для силикона, и этот канал тоже. Сзади вот отсюда есть воздухоотвод маленький, вот весь воздух и силикон, который лишний, ну, смазки имеют в виду, она вылетает вот в эту яму, камеру. Вообще-то классно. Спасибо за заказ. Спасибо за покупку. Поздравляю. Вот Випер и Релакс. И 2К. Всего доброго.